Демократы начинают и удивляют. Влад Плохотнюк сегодня лично сообщил, что они намерены внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить европейский вектор на веки вечные. Это первое. И второе. Миру явили кандидата на пост министра обороны. Это Яуджен Стурза, молодой человек, 32 лет, ничего общего с армией не имеющий, зато в его послужном списке работа в правительственных командах Филата и Лянка и один скандал, когда стало известно, что он, наряду с другими членами правительства Лянка, получал зарплату из фонда Сороса. Словом, кадры решают все, но как они выбираются и назначаются, решают некоторые. Президент Дадон уже заявил, что он с кандидатурой не согласен. И сразу стало ясно, Молдова втягивается в очередной кризис. Так что стоит за новыми инициативами демократов? Какие реальные цели они ставят? На какой результат рассчитывают? А главное, чем это все для нас обернется? Разбираемся принципиально, потому что вы смотрите «Дело принципа». Здравствуйте! Я выделила неспроста два важнейших момента, потому что сегодня, я думаю, вот эти юридические вопросы именно вы, юристы по образованию, сможете откомментировать. С удовольствием вас представляю для наших телезрителей. Сергей Сырбу, представитель от Демократической партии Республики Молдова, Максим Лебединский, советник президента по юридическим вопросам и представитель президента в отношениях с парламентом и правительством. Есть такое? Добрый вечер. Добрый вечер. Рассчитываю, что получу сегодня от вас серьезные юридические комментарии, потому что на самом деле сегодня вы сделали прям журналистам день, господин Сырбу. Вот почему Стурза? За какие такие заслуги? Ну, во-первых, вы так красиво начали и сразу же прикрепили штампы всем и вся, и нашим инициативам, и бедному кандидату. А какой штамп, я вашим инициативам, которому, если можно? Которому уже все, уже начали искать и компроматы. Нет, секундочку, Сергей, секунду. Какой штамп был конкретно выдан вам и вашему кандидату? Но. Нет, ну, Стурзу. Как я назвала? Нет, ну вы не назвали, но сразу штамп в том, ну, что какой, он там... Ну какой штамп? Штамп — это назвать какое-то слово. В чем был штамп? Штамп в том, что вы с самого начала его призвали недееспособным руководить нашей армией. Я вот такой вывод сделал из вашего... Ну, не важно. Я могу зачитать. Ну, не важно. Это мое ощущение. Нет, я просто ощущение. Могу еще и раз зачитать текст, где вы увидите, что этого не было. Но это а слово «кризис» — это не штамп? Кризис, слово «кризис». Что, о том, что у нас намечается кризис опять между парламентом и президентом, вы не согласны? А я считаю, что никакого кризиса у нас не будет. Тогда я с удовольствием послушаю вас. Ну, во-первых, Юджен Стурза. Как я объявлял сегодня на брифинге председатель Демократической партии, это была не единственная кандидатура. Рассматривалось минимум 7 кандидатов, в том числе и женского пола, абсолютно разных, из разных областей. И не забудем, что давайте четко определимся, что такое министр, что такое министр в Молдове по закону и по политическим традициям. Министр — это всегда политическая фигура. Раз. После того, как мы уже на финальной стадии реформы правительства, все министерства будут ответственны исключительно за разработку и продвижение политических, стратегических документов в этих областях. Поэтому министр обороны будет в первую очередь политическая фигура, менеджер, организатор, который так, будет ответственен перед правительством. Вы считаете, что это менеджер хороший, да? Да, считаю, так, что это хороший так, менеджер, да. Дальше. Который будет ответственен перед в правительстве именно за разработку, продвижение политик в области обороны. Это его главная функция, потому что по закону, если министр гражданское лицо, то
руководители армии национальной, это руководитель генштаба. Поэтому будьте уверены, армия в хороших руках. Нет, пока еще не в его руках. Я надеюсь, что можно что-то изменить. Тем более, что у нас, надеюсь, есть ответственный главнокомандующий, который не допустит политизацию армии абсолютно, потому что армия должна быть вне политики. Стратегические документы политические, тогда это будет ответственность правительства, но солдаты, казармы, армия, учения и все, что означает усовершенствование нашей национальной армии, должно быть вне политики, ответственный главнокомандующий, с ответственным гражданским министром, с профессиональными генеральными секретарями и с ответственным руководителем генштаба. Я думаю, у нас все те приоритеты, которые были утверждены в программе правительства, будут выполнены. И очень надеюсь, что я уверен, что не будет никакого кризиса. Я думаю, что президент все-таки поймет, что область очень серьезная, область очень ответственная, которая должна быть вне политики, и все политические баталии, геополитические взгляды, векторы останутся на стороне, я и отношения будут чисто институционные. Я прошу прощения, я вот вас прошу, вы юристы, люди точные. Я бы вас очень просила, если бы вы отвечали на вопросы, потому что каждому из вас, безусловно, есть что сказать, и вот каждый, наверное, может говорить часа два без остановки. Вы ответили, но вы могли бы остановиться на той части, где вы сказали, что а, он политический назначенец, б, за менеджерские качества. Господин Лебединский, скажите, пожалуйста, вот устраивает ли вас вот такая формулировка, то есть за что? Ну, давайте сначала поймем маленькую вещь. Да. Все красиво, сказочно, приятно, рассказано. С одной стороны, господин Сырбо говорит, что президент не должен взять политического решения, он должен взять профессиональное решение, оценить данного кандидата. С другой точки зрения, они же сами говорят, что министр – это политическая должность, и, соответственно, он назначен… Я говорил, армию нельзя политизировать. Если вы не хотите политизировать армию, тогда… Давайте, а министра назначайте строго по Конституции. Армию. Нет, секундочку, была фраза, что министр фигура политическая. Нет, вот министр фигура политическая, да. Есть процедура назначения, и этот процесс нельзя политизировать. Мы поняли, за то, что... По политическим критериям... Секундочку, господин Лебединский. Политическим критериям он прошел, и потому что менеджер. Господин Лебединский, вот для министра обороны вы какие бы качества выделили необходимые? Профессиональные. Вот, так, поясняйте. Давайте мы поймем маленькую вещь. Если мы говорим о том, что эта должность не должна быть политизирована и армия не должна быть политизирована, значит, вы должны назначить так называемого технократа, то есть профессионала своего дела, который исходит из рядов армии, знает, что это такое. Как пример, я вам дам одного из бывших министров МВД, который не имел ничего общего с работой в внутренних органах. Он приходил на заседание правительства с рюкзаком в спине. Мы слышали красочные аудиозаписи, где он говорил, что он любого лицом об асфальт сделает и так далее. Чтобы вы пришли к власти, вы констатировали факт того, что нельзя давать менеджмент министерства, который по сути является созданным из офицеров, лицам, которые не имеют ничего общего. И вы назначили человека, который исходит из органов. Господина Жиздана, да, то есть человек, который рос в органах и знает, что это такое, как работает эта структура от низов до верху. Почему вы не учитесь на собственных ошибках и не смотрите в прошлое то, что было сделано? Почему вы не смотрите на то, к чему это привело? Вы берете по, я так понимаю, внутреннему соглашению, потому что у вас как бы альянс, да, где есть ППМЕ, которым нужно что-то дать в этом правительстве, и вы даете или дарите им эту должность, потому что этот гражданин является бывшим советником господина Лянка. Это все, конечно, прекрасно. Не говоря о том, что говорила и госпожа Бельченкова. Он получал
в момент, когда являлся советником премьер-министра, он получал зарплату в 4000 долларов от общественной организации. Я напомню, что на основе специального закона, который регламентирует непосредственно статус советников, да, то есть лиц из кабинета доверия премьер-министра, президента, либо депутатов, запрещено получать другие доходы, нежели из преподавательских соглашений. И все. То есть у нас вообще стоит вопрос по коррумпированности этого гражданина или на каком основании он получал лишние деньги и что он будет делать в качестве министра. Давайте мы спросим, вот если можно, господин Сырбу, это нормально, что он получал деньги из фонда? Я, во-первых, не знаю, что он получал, будучи в составе правительства Лянка, составе кабинета доверия правительства Лянка, не интересовался. Я уверен, что все было абсолютно законно. Угу. И я вот, учитывая вот те такие советы дельные, которые исходят от моего коллеги по Плато, так понимаю, что вы сильно проситесь поучаствовать в принятии решений. Нет, если вы правильно услышали, я сказал, что вы должны назначить технократа, то есть профессионала своего дела. Вот вы даете советы, вы даете советы, но мы эти советы слышим, и эти дискуссии серьезные проводятся в рамках Совета коалиции. И, естественно, все за и против были взвешены, все кандидаты были проанализированы и пришли к мнению, что именно этот кандидат будет выдвинут самый достойный кандидатуры на должность с вашей министра точки зрения. Обороны. И ставить штампы, что он не справится, я думаю, еще преждевременно. А искать так называемые компроматы и искать так называемые грешки, это... Я уверен, поняла. Что это, знаете, это участь абсолютно любого кандидата на такую должность. Я поняла, господин Сырбу, не надо долго распространяться, вы не согласны с тем, что он получал эту зарплату, или вернее, у вас нет таких данных. Я правильно понимаю? Я не знаю, что теперь он получал, но даже если получал, я уверен, все было по закону. Господин Сырбу, мы не искали компромат, это просто вспомнили общественная все, да. Информация, которая она у меня была... другой вопрос в отношении консультации. Вот вы говорите, мы посидели, посоветовались в коалиции. Я искренне верю, что вы действительно сидели, советовались и рассматривали все эти кандидатуры. Скажите, пожалуйста, а должны вы были вообще при выдвижении кандидатуры вообще советоваться с мнением Верховного Главнокомандующего? Вот вы со всеми с ними там, а почему бы не? Так мы с его мнением будем советоваться, когда премьер-министр официально выдвинет это предложение по процедуре. Не, но я не понимаю, давайте вспомним, секунду, вот оба, да, секундочку, давайте тогда вспомним, как выглядит совет с точки зрения демократов. Мы выдвигаем кандидатуру Юджина Сторде, а если президент ее не промульгирует, во время второй попытки мы опять выдвинем кандидатуру Стурза. Где здесь совет? Не, ну это чисто институциональные отношения. Это цитирование. Чистые институциональные отношения. Нет, секундочку. Я понимаю, а почему совет? Какие, вот, понимаете, прежде чем выдвигается какая-то кандидатура, да? Угу. То есть разумно, на мой взгляд, было бы подумать, а что думает главнокомандующий? Может быть, какая-то компромиссная фигура всплыла бы, да? Вы ведь даже не пробовали. Может быть, был бы какой-то человек, который был бы не партийный, был бы менеджер, был бы, я не знаю, уважаем в армии. Ну, просто это офицер. Уже, просто достойный офицер. Могло быть такой, если, вот такой если вариант. Бы мы, если бы мы советовались с президентом, то тогда он должен был быть частью коалиции. Секундочку, господин Сырбу. А он не часть коалиции. Президент объявил себя в оппозиции не только к правящему большинству правительству, но и к большинству народу. Поэтому мы считаем нецелесообразным другие отношения. Господин Сырбу, мне неудобно вам, как юристу, сейчас даже говорить вот такую вещь. Причем здесь нравится вам президент, не нравится. В оппозицию он к вам или нет. У него есть права и обязанности, полномочия. Конечно. Статья 87. Угу. Вот то мнение, чьим вы пренебрегаете. Очень четко, часть 3 написано, что в случае вооруженной агрессии против страны президент принимает меры по отражению агрессии, вводит военное положение и незамедлительно информирует потом об этом парламент. То есть он вправе секунду. Дальше. Парламент может объявить войну. Да, только парламент. Ее всеобщую мобилизацию тоже только парламент может. Но военное положение он имеет право? Ну, во-первых, если... То есть почему вы пренебрегаете? Хорошо, если мы говорим тогда о военных
полномочиях президента, мы, угу. мы должны не забывать, что у нас ветви власти разделены, и военные полномочия есть у всех, абсолютно у всех. У парламента, у правительства, у президента. Но верховный главнокомандующий ни одна ветвь власти, ни одна ветвь власти не обладает монополией полномочий, потому что обязательно должно быть противовес. Верховный главнокомандующий. Можно я как-то введу в вашу дискуссию? Верховный главнокомандующий, но по процедуре верховный главнокомандующий, президент страны, подписывает указ о назначении министра. То есть с ним советоваться вы не будете? Давайте подождите, посмотрим. А мы не пренебрегаем его полномочиями? Нет. Ну как не пренебрегаете? Указ кто будет подписывать? Парламент нет, или правительство? Знаете, президент будет подписывать указ. По-молдавски есть такое высказание. Президент будет подписывать указ. А когда президент отказа промульгировать законы, нам что делать? Мы как? Мы парламент тогда должен... перед тем, как ставить на голосование во втором чтении, идти к президенту и спросить: уважаемый господин президент, вот вы должны будете промулгировать закон, скажите, пожалуйста, можно нам голосовать во втором чтении или лучше не надо? Чистые институциональные конституционные отношения. Парламент проголосовал, президент, если у него есть замечание, обратно закон направляет, то же самое и по министрам. Премьер-министр министра выдвинул, президент назначает. Вот чистые конституционные институциональные отношения. Я поняла, в чем дело. Я сейчас, во-первых, хочу предоставить слово господину Левинскому, а вас попрошу не перебивать. Спокойно, я позволяю высказаться, а то там горит внутри. Это чисто юридический ответ. Вы спрашиваете, почему не посоветовались, но это уже чисто политическая целесообразность. Должны мы советоваться с президентом, который блокирует все инициативы правительства, или не должны советоваться? Господин Лебединский, мы посчитали по целесообразности, что именно там. Микрофон, я не могу его остановить. Господин Лебединский, что за демократия у вас? С вами свобода. А у нас демократия как в демократической партии. Ну я как бы объясню вам обоим. У нас демократичнее, чем у вас. Я только смотрю, вы двое против одного. КСТР обязывает все передачи иметь определенный регламент и давать время равное и вам. И нам, как вот бы. Видите, и быть объективными, но я вас не прервал. Вы видите, мы выполняем решение Координационного совета. Господин Левитинский. Во-первых, я напомню факт того, что в начале своего мандата Игорь Николаевич в качестве президента страны сказал одну простую вещь. Вы можете не уважать меня как человека, но вы должны меня уважать как президента страны. И то же самое он делает в отношениях и с спикером, и депутатами парламента, и с премьер-министром, и с кто его не уважает? Мы целым уважаем кабинетом министра. Я вас попросила. Дайте, пожалуйста, высказаться. В момент, когда вы говорите, что есть институциональные отношения, но мы не собираемся советоваться с президентом, мы будем делать то, что нам хочется и как нам хочется, в то время ссылаясь на какие-то оппозиционные отношения президента с правительством, вы не ссылаетесь на конкретные факты. Если мы говорим о возврате законов, у вас есть возможность при возврате закона проанализировать те аргументы. Где-то может посчитать их нужными, может где-то исправить закон, может где-то что-то дополнить, потому что это не делается с политической точки зрения, это делается с профессиональной юридической точки зрения и указывается на конкретные моменты. Если мы говорим о назначении министров, мы должны сделать очень большое отличие между любым другим министром и министром обороны. Есть помимо Конституции и закон о национальной обороне, который напрямую указывает, что президент страны является верховным главнокомандующим, раз, что армией вообще, или форс или армате, да, то есть управляется командаментал супрем, вверху которого находится главнокомандующий. И он имеет право давать указы армии, которые обязаны для исполнения. Не указы, а приказы. Приказ, да. Вот здесь господин Сырбо прав. И в дальнейшем... Но приказ должен быть на законом. Но, законы, безусловно. Но позвольте мне акцентировать одну вещь. Ввиду того, что он является верховным главным командующим, а министр обороны является его заместителем при руководстве полностью армии. Это в случае войны? Нет. В случае войны. Я выражусь на молдавском, что энкомандаментул супрем, ал форслор армати, прешединтель цери, есть командант супрем, министру апарери, есть аджунктур луй. И да. Во время, когда президента нет, но это министр ставленник его... правительства.
Да, это не проблема, что он ставленник правительства. Но должно быть определенное сотрудничество между ними. Они не могут работать в противоречии друг другу. Для этого и были даны президенту больше полномочий в этой области. Для этого правительство должно советоваться с президентом. Для этого нужно найти профессионала, а не какого-то политического ставленника. Нет, так так и делается. А вы знаете решение Конституционного суда? А давайте я объясню вам. Нет, то, что вы хотите, что вы можете, что вы сделаете, это три разные вещи. Мы советуемся. Знаете, когда бы вы посоветовались, господин Сырбо, если бы вы перед назначением... Нет, у нас полная транспарентность. Вот мы сегодня начали советы с президентом. Господин Сырбо, вот вы так вот... Да, уже назначив его кандидатуру. Каков совет? Либо этот, либо опять этот. Уважаемый, премьер еще даже не подписал предложение. Понимаете, а вы уже говорите, что мы не советуемся. То есть есть вероятность, что премьер передумает? Председатель Демпартии сегодня официально объявил кандидатуру. Вот это можете считать абсолютными транспарентными дискуссиями и советами с главнокомандующим. А знаете, что Конституционный суд... Примера мы услышали от председателя партии. Да, председателя партии. Причем, если первый раз не примут, мы все равно это сделаем. Конституционный суд в феврале месяце этого года принял решение, который четко обозначил процедуру назначения министра. То есть президент имеет право один раз отказать, да, с мотивацией. И второй раз, если будет та же кандидатура, президент обязан назначить. Так вот, это всего лишь первое выдвижение. Так вот, если президент откажет, мы внимательно проанализируем мотивы. А вот смотрите, секундочку, если такая ситуация. Нет, я понимаю вы очень многословны. Нет, вот смотрите, в том-то и есть совет. Вот смотрите, совет в чем? Вот чего вы добились? Вы пришли, ваш лидер пришел и сказал, у нас кандидатура Стурза. Все, так будет. А президент второй раз господин Стурза. А президент послушал, да, взял и написал в пост, что кандидатуру я эту указ не подпишу. И чего вы добились? А президент. Вот чего вы добились? Тем самым, что вы сказали, что будет только так. Вам в ответ сказали, а я не подпишу. Чего они вы добились? Просто свое личное желание навязывает президенту. Нет, просто вот. Навязывает, он уже сказал нет. То есть получается, у нас, понимаете, все друг другу все сказали. Президент сказал вот нет. А я все понимаю, но никто не гарантировал, что у нас будет компромисс по этому вопросу. И в этом случае все стороны должны будут ориентироваться строго то есть вы не на хотите, закон секунду, и на Конституцию. А вы не хотите прийти к этому компромиссу? Вы говорите, никто не гарантировал. Разве вы не должны к этому стремиться, господин Сыр? Проблема в том, компромиссу ветвей власти. Я вам обещаю. Когда следующий президент будет от Демпартии, у нас будет абсолютный компромисс во всем. Господин Сырбо, наверное, вы имеете в виду себя. Нет, я не права. Мне кажется, можно от себя только так говорить. Я не имею права. У нас будет компромисс полностью, президент будет от Демпартии. Я хочу еще выяснить по поводу партийности. Но если можно одну секунду. Да, можно. Я вас прошу не просто услышать, но и понять то, что я вам хочу объяснить. До тех пор, пока мы по такому вопросу, как руководитель Министерства обороны, будет выдвигаться по политическим интересам, и вам будет без разницы решение или мнение верховного главнокомандующего, вам будет без разницы профессионализм этого человека, вам будет без разницы знание его этой области, и вы будете руководиться чисто теми переговорами внутри коалиции, у нас не будет нормальной армии. У нас не будет нормальной безопасности Республики Молдова для защиты ее суверенитета. И это я вам могу сказать основательно. Если вы хотите сделать что-то хорошее, подумайте лучше. А какая у нас будет нормальная армия, если 6 или 7 раз было отказано в учениях нашей армии? Те учения, про которые мы уже 50 раз все сказали, мы знаем. 6 раз в этом году были отказаны в военных учениях. Как наши солдаты научатся? Сколько раз они пошли на учения? Только один раз, только это даже это не учение, это даже учение стажировки. Хорошо, господин Сырбо, к вам вот такой вопрос. Вы на самом деле сказали такую фразу, что министр – это фигура политическая. Конечно. Я вам сразу поверила. Знаете почему? Потому что я посмотрела политическую биографию этого вашего назначенца. Имею право, я вам верить или нет. В этот раз поверила. Видите, какая справедливая. Посмотрела на биографию вашего выдвиженца. Мне стало вообще интересно. Потому что начал он свою карьеру с 2007 года, когда и он, и его отец были, в Демократической партии Республики Молдова. Потом в 2007 году страшно на вас обиделись они. И он, и его отец,
цитирую, ДКПРС, 2007 год. Ой, он прям много чего наговорил про демократов, сказал, что в партии недемократическая атмосфера, руководство ведет себя неуважительно по отношению к членам ДП. Короче, у вас... Это в каком году? Это 2007 год. Ой, сколько воды утекло, сколько председателей поменялось. То есть много, секундочку. С того времени. Вот. Не, у вас как вот. Бы... Сколько руководства поменялось. Ну, дайте поменялось. Мне оба закончить. Не вы не услышали вопрос. Давай. Ну, ладно. То есть разочаровался он в демократах и ушел к господину Филату. Потом прошло какое-то время, разочаровался он в господине Филате и очаровал его господин Лянко. Да. А сейчас вот он уже идет выдвиженец от демократической партии. Вы ну, говорите, фигура, секунду, ну послушайте, от коалиции, ну, послушайте от большинства вопрос. Не от демократической да, партии. Да, да, да. То есть он с вами помирился, вы уже не стали, как, от они, там, большинства. Как они там говорили, вы уже не демократическую атмосферу там победили в партии, а руководство ваше стало вести себя уважительно. Ну, Но смотрите как. Это манипуляция. Господин Сырбу, я указываю источник. Причем тут высказывание вы его отца вопрос. Десятилетней Когда давности, ушли, десятилетней да, давности да, и да, то, да, что да. мы сегодня на коалиции, там, где есть две да, партии, да, решили да. выдвинуть кандидата в министры. Ну, он же господин идет, Стурза, ну, не член Демпартии. Вы же поддержали как демократ. Ну, поддержали. Есть, он не член Демпартии, во-первых. Угу, да, он да, не выдвижение да. Демпартии. Он кандидат большинства. То есть простили вот эти вот все вещи, это уже не важно. Хорошо, тогда человек с такими взглядами, быстро меняющими, быстро, ну как не релевантный, я вам сейчас источник, вам дату говорю, если вы что-то обижаетесь. Скажите, пожалуйста, ну вы обижаетесь. Так вот человек, который так быстро меняет свои взгляды. Так. Понимаете, мне страшно представить, что этот человек будет отвечать за нашу оборону. Может, завтра он захочет вступить в НАТО, послезавтра скажет, нет, не хочу. Как-то это вас не смущает? Меня, например, смущает. Но вступление в НАТО не решает министр обороны, вы прекрасно знаете. Не, ну я же не говорю, что он вступит, но мы же знаете. Знаем, что министры обороны делают такие заявления. Министр, организатор, менеджер, который ответственен за, я же вам уже говорил, за политики, за стратегии, он напрямую не руководит единолично армией. Так господин что, Сербов, вы слышали, какие заявления делал господин Шаларов на посту парламент. Министра? Вы слышали, какие заявления делал господин Шаларов? Ну хорошо, а он делал заявления, а дальше? Политические. А какие действия дальше были? Достаточно того, что он министр обороны едет в другую страну и делает такие заявления. У меня пару вопросов таких. Вот я считаю, строго определены законами Конституции, господин поэтому Сербов, давайте не надо... Господин Сербов, министр обороны не должен не заниматься страшить политикой. Народ. А каким образом господин Стурза вообще должен будет руководить армией? Какова его роль будет и за что он конкретно будет отвечать? Закон о правительстве конкретно он будет предусматривает полномочия министров. И конкретно? И законодательство, конкретно закон об нацобороне конкретно предусматривает закон полномочия парламента, который в верхушке, полномочия вот президента, правительства вы и полномочия министра обороны. В абсолютно все может быть, вопрос человек не понимает. Повторите, сформулируйте по-другому. Да. Вы его взяли как менеджера. Я не ставлю под сомнение его качества, я его менеджером не видел. Чем он конкретно будет заниматься как менеджер? То есть, если он не профессионал своего дела, то есть как офицер, я предлагаю и он вам понятия не имеет, что дней, это такое. И мы посмотрим армия. На отчет министра через 100 дней. Да и посмотрим, что он сделает. У нас стоит абсолютно по всем вопрос. Вопросам. То есть потом будет поздно задавать эти вопросы. Нет, но вы определили кандидата. Вы должны знать, потому что вы должны были с ним общаться. Да, это нелогично с ним общаться. Он к вам должен был прийти с конкретным планом действий, либо схематическим примерно. С весь, его весь план есть в программе правительства Республики. Теперь Молдова. У нас стоит вопрос. Если на основе нового закона о правительстве министр политическая фигура, и он должен выдвигать политику министерства, что за политику будет продвигать этот ваш кандидат, если он понятия не имеет, что такое Министерство обороны? Имеет или не имеет понятия, я думаю, вы преждевременно делаете такие выводы. Поверьте, имеет понятие, имеет понятие, я уверен, что он справится со своими задачами. Какая его бывшая должность, либо практика позволяет ему иметь понятие о армии вообще? Ну, я думаю, понятно. Преждевременно. Да. Это не преждевременно. Пусть человек работает строго по закону,
исходя из тех планов действий и программы правительства, и вы увидите, ну, что... Ну что, по принципу авось пронесет, да, извините, это армия. Не по принципу авось пронесет. Все нормативные акты есть, стратегии все есть. Так ребята, что это будет не работать строго по закону. Строго по это закону. Это не какой-то пост вот, КПП. И в министерстве это работает армия. Не один человек. Считает, что в министерстве работает не один него, человек. Видите? Понятно. Целая армия, целый генштаб. Поверьте мне, целый аппарат министерства. Господин Сыр, кто будет работать? Генштаб? Вот здесь я работать могу будут сказать. Все. Да, работать будут все. Все будут работать. Если вы считаете, что они будут спать, то работать будут все. И господин Сыр, открою вам тайну. В армии у нас едино начальник. Это единственный институт, где сдаются приказы. Знаете, вот еще приказы, где которые не надо... Не вот, вот где действительно полномочия. Хорошо. Поправки в Конституцию тоже, да? Инициатива. Господин Сырбу, я так понимаю, вы пойдете на референдум? Нет, зачем? Как зачем? Не это же такой не важный... Секунду. Это такой важный вопрос, как вектор. Ну, давайте я отвечу. Главный они в коалиции посоветовались. Молдова. Ну, дайте ему ответить. Может, человек сейчас передумает. Ну, так, история я понимаю, та же. Что только референдум. Здесь не может быть... Принципы работы не меняются. Ну, во-первых, референдум по Конституции мы будем обязаны проводить только тогда, когда Республика Молдова решит присоединиться к супрагосударственному органу, и который бы предусматривал ограничения национального суверенитета. Только в таком случае, пока речь об этом не идет, и мы, пока речь идет только о том, чтобы сформулировать принципиальную конституционную норму о векторе развития Республики Молдову как европейская интеграция. И еще раз, ну, напомню, вы, наверное, об этом читали. Конституционный суд еще в 2014 году, тогда, когда было протестовано соглашение об ассоциации с Евросоюзом, конкретно сделал вывод о том, что европейская ориентация Республики Молдовы. Конечно, это не что иное, от 9 числа, да. Не что иное, как часть Декларации независимости. Да, и, да, и европейские да, да. ценности, они связаны напрямую с такими ценностями, ну, как демократия, как суверенитет, как независимость. Я знаю, что Конституция – это основной закон, это высшее. Да? То есть, получается, даже никакие присоединения, документы, если это вносится в Конституцию, то выше этого, на мой взгляд, нет ничего. Нет. Международные документы выше Конституции. Ну, я имею в виду для страны, да? То есть, ну, да, для страны, мы исходим из Конституции. У меня такой вот вопрос. Вот смотрите, на референдум, и это было бы по-честному, потому что ни для кого не секрет, что у многих есть сомнения, да, в том, что люди, которые вот сейчас представляют у нас власть, что они пользуются поддержкой. По крайней мере, те люди, которые с ними не согласны, постоянно об этом им говорят. Но вы не хотите на референдум. Спасибо вам за этот ответ. Смотрите. Нет, пока... Речь не идет смотрите, о нет, я понимаю, но это было бы демократичнее, господин Сырбу, ибо демократичнее референдума мир я еще не придумал сказал, ничего. Я вам бы сказал, что это было бы конституционно. Даже да. если господин Сырбу, я извиняюсь, чтобы мы не отошли далеко. Господин Сырбу нам говорит о том, что референдум по Конституции нужен только в случае, если будет затронут вопрос о суверенитете. Не конечно. Совсем так. Конституция говорит, нет. что нужен именно. Референдум, в том числе, если относится и к основным правам человека. Статья 75, пункт 1. Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум. Разве нет. это не важнейший вопрос? Конституция предусматривает одни случаи конкретно, когда... парламент не может там принять идет, там решение другая, 142, без, еще на основании без того, чтобы оно было хорошо. Утверждено референдумом. Дайте я вам доскажу мысль. Если мы говорим о геополитическом направлении развития Республики Молдова, угу. мы в том числе можем говорить и о свободе высказывания. Почему? Потому что если в наш основной акт будет включено направление на Европу, это значит, что любая партия, любая организация, любой человек, угу. который выйдет с законопроектом, выйдет с какой-то общественным мнением о том, что это неправильный вектор, что он имеет другое видение, ему его действия признают да. как противоречащие конституционные. Естественно. Да. Это что значит?
что, устанавливая как конкретный вектор развития, мы ограничиваем право высказывания гражданина, которое является основным. Вы знаете, господин Леденский, с вами не спорит господин Плохотнюк. Верите? Он не спорит. Он сегодня искренне сказал. Я зачитываю. Мы хотим, чтобы весь мир понимал, что курс, которого мы придерживаемся, это евроинтеграция, а все госинституты действуют только в этом направлении. И далее, внимание, вне зависимости от чьих-то интересов или политических изменений, которые могут произойти в будущем. Вот очень честно, господин Плохотнюк говорит так: кто бы ни пришел к власти, какая политическая партия, это все будет фигня, потому что мы сейчас занесем в Конституцию и этим будем руководствовать. Ну, сейчас они так это получается. Не внесут. Вот честно он сказал, понимаете? С моей точки зрения, это просто политическая акция. Да, мы все-таки имеем год до выборов, уже все потихоньку просыпаются, все потихоньку готовятся. Мы должны понять, что любой конституционный законопроект, он сначала должен пройти Конституционный суд, после этого он полгода должен посидеть на лавочке, и его депутаты не имеют права трогать, а после этого у них ровно год для того, чтобы внести его в повестку дня. То есть в аккурат к парламентским выборам 2018 год? То есть, к этому? Это определенное политическое позиционирование для партии, которая имеет в своем уставе, либо в политической программе, именно как цель евроинтеграции. Это все я понимаю. Это чистая политика. Это в программе партии, может да, быть. Да, это что-то нормальное. Mm-hmm. Но если мы собираемся включать в Конституцию такое изменение, для меня это идет в разграничение основных прав человека. Я напомню, что пару недель назад Игорь Николаевич пришел с простым предложением оставить геополитику в сторону и работать на благо страны. Мне жаль то, что правящая власть не слушает президента, я не говорю о том, чтобы советоваться с ним, а мы просто не слушать, прислушайтесь, хотя бы. Он говорит очень. Я думаю, слышать имеется в виду. А мы его слышим, хорошо. Если стоит вопрос, нужно ли его слушать, да, нужно, потому что его избрало прямым голосованием большинство страны. Парламент тоже был избран народом. Но число голосов, которое было издано за президента, оно больше числа голосов, которое было издано за любого депутата нынешнего и любого другого созыва. Ну, его легитимность намного считать. Больше, чем у премьер-министра, чем у каждого депутата, несмотря мнение. На то, что они так, были хорошо. Тоже вот господин избраны. Господин Сырбу имеет право считать, что это субъективное мнение. Я сейчас его спрошу. Господин Сырбу, вы слушали политическую программу господина Дадона на президентских? Не помню. Как не помню? Ну вы же кандидатов своего выдвигали, потом, правда, вы его забрали. Ну вы же читали, вы же знакомились. Вот скажите, пожалуйста, какое... Наизусть, я не знаю. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, в геополитике какой вектор он предлагал? Я хочу сказать... Нет, господин Сырбу, какой вектор? Я еще раз говорю, не помню я наизусть. Не, ну это не надо наизусть. Вот какой вектор, евразийский либо европейский? Какой он предлагал? Я знаю, что партия социализма всегда придерживалась евразийского вектора. Евразийского. Да. Сколько процентов проголосовало за президента? Ну, чуть-чуть больше половины. То есть, получается, больше половины разделяет его видение евразийского вектора? Ну, это же не важно для партии, которая имеет максимум 14%. Господин Лебединский, не помогайте. Господин Сырбу должен ответить, я так понимаю. У президента есть свои конституционные полномочия. Да. Президент мог обещать ровно столько, сколько он по Конституции сможет это исполнить. А я вам напомню, что на парламентских выборах 2014 года выиграли именно те партии, которые продвигали европейский вектор. Я думаю, этим всем ясно. Угу. То есть вы считаете... Потому что внешняя политика, уважаемые, определяется парламентом, а не президентом. Я поняла. Вы считаете, что те 52%, которые проголосовали сейчас, после политику. Секунду, я отвечу на вопрос по поводу 2014 года. Господин Сырбу только не говорит один момент, что рейтинг европейских партий после 2014... А давайте мы не будем о рейтингах. Я только объясню. Да? Страшно давайте упал после кражи миллиарда. Самый серьезный рейтинг. Рейтинг. Не будем это о рейтингах. Выборы. Это выборы согласна. Парламента. Ну вы же есть просто сослались выбора. На 2014 год. Я вам сказала, это было до кражи миллиарда, господин Сырбу. Потом рейтинг упал и даже проголосовали за президента. А и кто украл миллиард? Мы что ли украли миллиард?
Те, кто украли миллиард, будут сидеть в тюрьме. Я стесняюсь спросить, господин Сырбу, не вы ли были в той правящей коалиции все эти годы, членом которой являлся господин Филат и все остальные, те, которым инкриминируются? Демпартия только полтора года находится в реальной власти правительства и отвечает за все эти процессы. Те, кто украл миллиард, те будут отвечать за это. Очень хорошо. Хорошо, знаете, что самое страшное? Что демократы не хотят проводить референдум, по которому отвечать будем мы. Платить каждый из своего кармана. Да? Но проблема в другом, что эта коалиция, так называемая, которая имеет референдум большинство, по отставке примара, оно не было заслуженное, оно было создано из кусочков депутатов. Пойду на референдум и проголосую. Да. Но не буду сейчас агитировать. Будете, за что? За референдум? Да. Конечно, буду. Ну, тогда... Безусловно, это меньшее зло, господин Сырбу. Вы путаете понятие. Конечно, я лучше заплачу. У каждого свои политические интересы. Безусловно, не хотите об этом? Подождите. Мы говорим о национальном интересе и интересе граждан. Кстати, вот какова разница между вами и между нами. Не, ну, вы повторяю. Говорите о том, что вы являетесь властью, которая проевропейское большинство было поддержано. Это не было так. Ваша коалиция была создана из кусочков депутатов разных партий, которые потихоньку присоединились ваши выводы к вашей так называемой выводам Конституции, конституционной практике. Каким ваши выводам? То, что ушли от коммунистов, от либерал-демократов, от либералов и так далее, присоединились к вам, императивный мандат уничтожен. И каждый депутат свободен в своем голосовании, в своих действиях. Да. Хорошо. Ну, давайте не будем давайте сейчас считать, кто куда. Скажите у нас давайте. Еще, что решение было принято в правительстве о назначении кандидата в министерство, а не в коалиции. Да? Скажите, что у нас премьер-министр и депутат. Министр в коалиции. Здесь они в коалиции принималось такое решение. Ну, естественно, в коалиции принималось такое решение. Да. Вот он говорил об этом. Мы что говорим о независимости? Он говорил по поводу коалиции. Это же политическая фигура. Давайте я задам вопрос немножко другой. Но она должна быть выдвинута правительством, а не парламентской. А правительство поддержано кем? Ни большинством, ни коалицией? Что вы говорите? Правительство имеет свою программу, за которую она приняла ответственность перед парламентом. Правильно. И они должны сами решать, кого выдвигать. Весь кабинет министров и премьер – это хорошо. Это я сейчас немножечко другое, чуть-чуть тему у меня. То есть у нас постоянная, получается, такая вот евроинтеграционная, получается, составляющая, да? То есть постоянный интерес, да? Так? Ну, это вот желание. Я хочу выяснить. Я считаю, что вы преждевременно делаете выводы, потому что... Не, ну если мы хотим в Конституцию внести, господин Сырбу, А вы знаете текст, и люди этого не хотят. Вы знаете текст, который будет внесен? Вы не знаете текст. Вы хоть текст знаете? Чтобы... Вот вы говорите... Мне интересно. Потому так, что так поделитесь. Так нету еще конкретного текста, потому что есть понятно. Инициатива, есть хорошо. Принцип, будет создана рабочая группа, будут серьезные дебаты, и мы конкретно определим конкретную статью и текст, как он будет. Но речь что... будет о приоритете евроинтеграции. Речь идет о европейских ценностях. Я поняла. Теперь вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы понимаете известную цитату? У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянный интерес. Ну, вы знаете, чья это цитата. Ее приписывают Черчиллю, но, честно говоря, говорят, что еще раньше об этом говорили. Вот смотрите, как сказано. Нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только интерес. Господин Сырбу, жизнь штука такая, что, понимаете, обязывать себя и провозглашать конституционно какой-то геополитический выбор, мне кажется, это как-то вот преждевременно. Ну, это тем более, вот есть политики, которые, ну вот как бы Черчилль, смотрите, здесь на моей стороне. Давайте вспомним Брексит, кстати, да. Понимаете? Получается, ну как кажется, это же факты. То есть референдум в Англии всем показался. Интересы республики, политические, они опасаются прям вот так вот. Они говорят, что нет постоянных друзей, нет постоянных врагов. Господин Сербов, может быть, Россия даже станет большим другом Республики Молдова? Все же может быть. Зачем? Нет, с точки зрения правящего большинства. Да. Я не могу сейчас так сказать, что она большой друг. Это хорошая страшилка. У нас, во-первых, с Российской Федерацией есть давнейшее стратегическое сотрудничество, партнерство и закон. Особенно
оно выразилось, когда выслали их дипломатов. И закон, и соглашение. Вот так стратегически, да, и по-дружески. Да, ну, да. По-дружески Россия вот уже 20 лет не выводит свои войска с территории Республики Молдова. Это тоже по-дружески, так я называю, да? И тоже по-дружески эмбарго экономическое и много-много другое по-дружески. А мы по-дружески поэтому... сейчас поедем в ООН и по-дружески точно так же скажем, надавите на Россию, сами не можем, надавите. Вот поэтому мы считаем, что мы сделаем такой хороший шаг вот навстречу России. Нет, а вы считаете, чем... это тоже по-дружески. А вы считаете, что хорошо. Национальные это интересы Республики Молдовы, чтобы на территории как суверенного государства были иностранцы? Я считаю, что национальный интерес Республики Молдова должен учитываться как национальный интерес, а не геополитические заморочки. Нужно смотреть, вы считаете, что хорошо? Нужно смотреть, вы считаете, где нам что иностранные лучше. Войска на территории Республики Молдова это нет, есть национальный интерес нет, Республики я Молдова? Нет, я так не считаю. Вы но считаете, я считаю, вы согласны, что нужно их нужно вывести? Согласна. И Россия времени, согласна. Пока мы... И Россия согласна. Россия тоже была согласна и до 2001 года должна была вывести, но так и не вывела. Маленькую вещь. У нас ситуация на Днестре, она просто заморозилась. Если вы хотите, что-то она... спровоцировать... Нет. Работайте так дальше, ребята. Нет, вас это очень хорошо. Мы хотим, чтобы Россия просто... Нет, вы свои, все, что свои вы делаете, международные, это международные, идет конкретная провокация. Международные обязательства выполняла. Вот и все, это что мы хотим. Это идет конкретная провокация. Как провокация? И вы Россия еще в 99-м году взяла себе обязательство вывести. Именно есть Стамбульский саммит, но мне кажется, что господин Сырбу недопонимает одного момента. Нельзя что... такие вещи предпринимать с бадуна. Это делается в конкретных форматах работы. Мучаемся, вот и с международными вот 25 лет вот и переговариваемся. Вот и что вы сейчас решили? Нет, показать бицепс? Нет, да, нет, то есть мы решили, вдруг мы у нас попросили помощи международного Молдова. Сообщества абсолютно мирно. Абсолютно мирно, чтобы чтобы поставить ультиматум, да? А нам интересно, что Россия к этому отнеслась. То же самое, как вы советуетесь с президентом по вопросам, связанных с его компетенциями, то же самое вы делаете и по международному. А что нам делать? Ждать, когда работать, следующий... Работать, господин Сырбу, да, и чтобы работать. Следующие военные учения на Днестре, чтобы они потом... Какие военные учения? Мне кажется, что... А военные учения, которые были на Днестре несколько месяцев назад... И что, к чему это? Мне кажется, что да, с учениями ситуация показывает, что у нас есть все-таки необходимость. Я еще раз говорю, Вы как представитель президентуры, вы поддерживаете те учения так называемой Приднестровской армии не говорили и российских войсках? Если вы не говорили о какие-то учения, вообще никто об этом не знал. О, как у меня знали. Время вы вышло, я, вы к сожалению, вынуждена знали. Вас прервать. Я думаю, что будет возможность еще поменяться. Скажу честно, господин Сырбу, благодарна за то, что пришли, потому что вы знали, что вопросы будут острые. И я на самом деле эта тема и не скрываю, да, что она у всех сейчас на устах, но... Какое могу сделать заключение? Понимаете, как? Ну что, вы на другой... Понимаете, как? Мне кажется, что... Мне кажется, я понимаю ваше мнение, да. Мне кажется, что вы предвзято трактуете то, что хочет наш народ. Это страшнее. Хотя со своей предвзятостью я не могу согласиться. Вы сказали одну фразу в самом начале эфира. Вы сказали, что с чего вы взяли, что будет кризис. Мне кажется, что всем эфиром мы вам показали. Нет, вот ходом, это вы провоцируете ходом кризис. Этого кризис эфира, что вы. Умение прислушиваться к чужому мнению, это очень важно. И не провоцировать тот самый кризис, о котором мы сейчас с вами говорим. Кризис провоцируете вы, эти медиасказы. Вы знаете... Мы хотим мира и хотим благополучия для нашего народа. А я поступлю в конце эфира по-демократически. Я не стану оспаривать ваше право на ваше собственное мнение. Видите, я демократичнее, чем вы, хоть и вы член демократической партии. Благодарю вас за то, что пришли. Приходите к нам еще с удовольствием. Господин Сырбу, приходите к нам, будем спорить. Видите, вас мои взгляды, оказывается, даже не пугают. Спасибо большое. И вы тоже приходите к нам в Демпартию. Вы смотрели, с удовольствием пригласите меня, я приглашу, я проведу лекцию о своем видении, надеюсь, она будет полезна. Вы смотрели программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго. До свидания.